И всех присутствующих на канале, с вами я, да, привет. Сегодня, короче, нам говорят, в игрушка «Не ходи в темноте», а я возьму и назову «Пойду в темноте». Так, окей, хоррор-игрушка, всем привет, да? Поздравимся второй раз. Так, окей, это какие-то странные, короче, что-то какие-то звуки. Брат, пошел нахуй. А я могу бегать? Я могу долго бегать? Том такой, нахуй, шалевший. Окей, зимняя ночь. Кто такой, нахуй? И нахуй меня сосет. А сетра не сосет. Загрузка. Не понял. Я не успел даже почекать, как шкафчики, как мне какая-то хуйня всосала. Какой-то в шкаф. Беспредел. Беспредел. Да, я тоже с вами солидарен. Но больше я все осуждаю вот эти всякие загрузки. Supercomparison Games Present. Не ходи в темноте, ублюдок. Окей, все было ништяк, но, короче, нас сосал урод. Нам нужно выйти и, короче, быть заебатыми. Книга. А, это... Хуйта. Бля, нахуй выебался. А бутылочку? И бутылочку. Пусти. А как? Так, фига себе. А, рисуем, окей. Так, братик. Вот, то сядет там на бутылочку. А почему бы мне первым не сделаться? Блядь. Да нормально. Окейушки. По говну ходим. С говном живем. Окей. Не могу понять, как вообще выбраться до сих пор. У меня есть какая-то... Нихуя. Нашел. Блять. Кто там нахуй... Не, блядь. Шурит, нахуй. По ушам. Окей, там что-то мне написано. Я... Блядь! Пиздец. Мне просто показали монстра, я уже обоссался. Что, блядь? Какого хуя тут? Ёбаные черти вы, блядь. Сначала, блядь, предупреждайте. Нихуя, а ты хули так свечишься? Нахуй мотовок. Все, ебало, иду бить. У меня есть мотовок. И мне срать. Пососать. Иди. И кто, бля? И зачем, бля? Не бейте, бля. Пожалуйста. Фу, нахер. Игра не началась, я уже обоссался. Ёбаный стыд, пососи мой пенис. Дяденька, не бейте, я тут сижу. У меня молоток только. У меня подкорд, брал. Блядь, не сойти, заебал. А реально? Я не ебу, вдруг я сейчас встану, он, блядь, обозлится нахер. Не шнягу, вот это мотовок и в жопу сунет. Я пока постукаю. Я поиграю, дяденька, вы не бейте меня. Тюк, тюк, тюк. Сейчас, блядь, он, блядь. Забудет, что я тут. Я ему как понимаю, не. Значит, у меня вроде тут как сейф зона. Либо он просто
дурачок. Надеюсь, и то, и другое. В данный момент я боюсь даже сучка. Сейчас посмотрим, смогет он сюда зайти или нет. Ну, вроде смогет. Почему бы и не смогеть? Сейчас у меня выбор лечь с бутылочкой и забросить все это нахер, либо как-то пойти воевать все-таки с этим. Хер пойми, кто это. Ну, сука, король и там вход, я не могу даже ничего сделать. Десел, шо? Как ты десел еще, блядьки? Что это такое? Че это хуйня? Какая срань нахуй? Почему я в говну, блядь, хожу? Неуважение ребенку. Все, я буду сидеть тут. Он меня услышал, идет пибелить сетя. Фига себе. Полная подошва говна. Титу, 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 ти. Мне тут в угол флекситься нормально. Ты быстрый? А хуй там пал, ты не быстрый ни насколько. Если ты не быстрый, значит ты лошок. И обижать тебя, как пойти, блядь, в горшок, сука! Ты почему начал так быстро-то идти? О, спасение мое. А почему он закрыт? Нихуя меня переебал, ну голова отлетела. Жесткий. Блять. Сейчас смотрите, я баново разложу этого лоха баново. Смотрите, смотри, как баново. Как лоха баново. Давай, иди сюда, бумшиба. А, ну лох! Лох, 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 лох. Чё, не можешь быть? Абьюзер, абьюзер, да-да-да-да. Какой у меня ужасный смех, сука. Ебать, он съебал нахуй. Ты лох. А ты мне ничего не сделаешь. Ты это понимаешь, да? Лох. Ты мне ничегошеньки не сделаешь. Все, понимаешь, потому что я абьюзер, абьюзер. Давай. Заходи. Заходи, братец. Я прямо вот тут от тебя жду. Блять, он зашел! Он зашел! Какого хуя? А я могу его запереть? Он может же открывать дверь? Блять. Не знаю, но он уже там потерялся. Как минимум, он потерялся. Тут у нас кота хуетень лежит. Так, давайте зайдем в эту комнатку. Что это значит? Я не хочу открывать эту комнату. Ну и нахуй мне сразу, значит. Окей, это выход. Так, нам еще нужно два ключа. И вот эта хуйня, окей. Понимаю.
Невидимая дверь. Еще какая-то срань. Ей срать. Окей, этого дауна рядом нет. Но рядом есть... Что это? Зеленый ключ. А тут-то... Шипчики. Я как-то, блядь, сейчас могу бежать. Сейчас не могу бежать. Хуйня какая-то. Значит, он ее просто понюхал. И ушел. Блять! Я реально просто рядом пошел, он как, блядь, ты кто такой? И побежал за мной. Окей, у меня есть еще жизнь. Также у меня есть ключ. Эта шлюха идет сюда. Так, тут я могу, конечно, его извести, но это будет сложно. И где-то этого хобосана. Естественно, я смогу запереть у себя в комнате его. Так, я через туалет могу же перепрыгнуть? Да, могу. Да, сука, он такой даун. Поумный, иди за мной. Ох, ончи. Да мне похую. Ему похуй. Окейшки, ему похуй. Ему похуй, чек. Чё пришёл, чмо обоссанное? Пришёл, чмо обоссанное. Глядит на меня, чмо обоссанное. Ну да, не удивляйтесь, тут просто баг с текстурками. Спокойно, трахани. Неподалеку.
Не знаю, где этот хуй вонючий. Но мне нужно именно сюда. Какая напряженная музыка, блядь. Единственное пугающее — это напряженная музыка и появление вот этого комунка в первый раз. Сучка корявая. Ну, вроде чувырва сюда не идет. Дай ему похуй. Остался последний ключ. Потихоньку так буду становиться и слушать. Пошел нахер, у тебя глазница, понял, да, нет? И зубов. Даже уже у самой страшной, этой, блядь, шлюхи есть такое. Понял? Даже хотя бы один зуб, да, у нее есть, ты понимаешь? Ты хуже самой страшной шлюхи. Понял, как я тебя унизил? Понял, да, все, не пугай меня, чмо ебаное. Тырик вонючий. Потихоньку вымыть. По чесноку же сказали. Ебать, тут, конечно, свет лучше, чем, блядь, во всей России. Просто ужасный звук, если честно. Давайте пока что поразглядываем говно. Ну, вроде бы этот говноед со стажем ушел. Так. Единственная вещь, которую я еще что-то там находил... Это... Какой-то пульт, блядь, то ли чё нахуй. Вот не могу понять, вот что это за хуйня. Сбить нельзя. И доебаться нельзя. Просто комната ни для чего. Так, окей, а так я везде был. Единственная активная вещь — это тама. Брут, других вещей нету. Придется шундурить туда. Шундурю-дыри, шундурю-дыри-дыри. Ща на шаманском тебя зашаманю, понял, understand? Ты understand у меня, да? Все, пошел нахуй. А, кстати, давайте поп... Уебок. Пиздец, конечно, он уебок, блядь. А, кстати... Где-то сын по тоскухе.
Нахуя мне эта хуйня? Уёбок ебаный. А, даже за это ничего нету. Спасибо, братишка, что мне подсказал. Окей, мы умираем. Короче, игра с... непонятная. Ля, мужик, не насилуй меня! Не насилуй! Нафиг насиловали. Не играйте в темноте. Тем более, не ходите.